Поздней осенью 2017 года Кёнигсегг Агера RS установил новый рекорд скорости среди серийных автомобилей. По правилам, машина должна развить предельную скорость, а затем развернуться, чтобы преодолеть трассу в обратном направлении. После двух заездов считается средняя арифметическая. У шведского гиперкара оно составило без малого 450 км в час. В прошлом году побить достижения шведов попыталась марка Bugatti, правда, их Chiron перед этим пришлось здорово дорабатывать. А вместо двух заездов случился только один, где гиперкар показал 490 км в час. Поэтому автомобильные знатоки отказались считать этот результат рекордом, ведь обнаружилось слишком много критически важных «но». А вот американский гиперкар SSC Tuataro исполнил упражнение предельно честно. По итогам двух стартов средняя арифметическая составила почти 509 км в час. Сама машина вполне серийная, так как чуть больше года назад Tuataro начали отгружать заказчикам. К слову, тираж модели составит скромные 100 экземпляров, каждый из которых теперь, вероятно, станет дороже. Новый покоритель мирового рекорда скорости представляет собой среднемоторное заднеприводное купе, обвешанное углепластиковыми панелями. Он разработан самой фирмой SSC, которой помогало ателье Nelson Racing Engines. Эта коллаборация создала 6-литровый V8, способный на спортивном топливе выдавать 1774 силы. Инженерный шедевр, что ни говори. На этом фоне 700-сильная гибридная Panamera кажется скромной малолитражкой. Между тем, это очень быстрый автомобиль, о котором хочется мечтать. Ведь до сотни топовый гибрид ускоряется за 3 секунды, а его максимальная скорость составляет 315 км в час. Напомним, что плановая модернизация накрыла Panamera минувшим летом. Но дебют самой мощной бензоэлектрической версии состоялся только сейчас. Пятидверка стала намного мощнее, а дальность хода на чистом электричестве выросла на треть. В продаже обновленный супергибрид появится до конца этого года, но дилеры уже готовы встретить желающих и принять заказ прямо сейчас. На выбор предложены не только базовый лифтбэк, но также стильный универсал и удлиненная версия.